После фильма «Антон, тут рядом» я получила десятки тысяч писем со всей страны. Еще до того, с появлением Антона, я поняла, что моя жизнь изменилась безвозвратно. И с каждым новым письмом я получала только все новое подтверждение тому. Мы создали фонд. Я благодарю Авдотью Смирнову за возможность провести стартап. Центр «Антон, тут рядом» открыт для людей и детей с аутизмом. Сейчас мне и моим друзьям нужно очень постараться, чтобы он работал в бесперебойном режиме. Немногие умные специалисты говорят, что аутисты – это художники по неволе. Ведь для того, чтобы выжить, им приходится заново изобретать миры. Художники тоже все понемногу аутисты. Ведь для того, чтобы создавать художественные миры, они не могут быть всегда здесь и не могут быть совсем здесь. Центр «Антон, тут рядом» – это союз художников и аутистов. Не случайно в попечителях нашего центра актеры, режиссеры, композиторы и поэты. И не случайно лоты для планеты тоже предоставили художники. Планов у нас громадье. Мы хотим создать систему помощи для детей и людей, родившихся другими. Они не больны, они другие. Их лечат таблетками, но им просто нужно создавать условия для жизни, для образования, для общения. Для этого нужно совсем немного, нужно их просто понять. Поверьте мне, они могут всерьез изменить жизнь каждого, кто всерьез пожелает сделать шаг им навстречу. Ведь вам не очень нравится наш мир, им тоже. Но вы научились мириться, а они нет. Помогите нам научить их терпению. Помогите им научить вас любви. А сейчас, пожалуйста, помогите нам продержаться.